Zaman çıkardın mı? Tamam. Konuşayım. Konuşayım. Если угодно. Где участник? Так, с вами 8, 7 человек сейчас. Все, пошли. Закрыли. Здравствуйте еще раз, ребята. Мы начинаем изучение курса транспортных средств. Наша кафедра называется инжиниринг транспортных средств. Лектор Хикматов Равшан Сайдумарович. Это видно на ваших экранах. Слышно, да, Шерзат? Слышно? Да, слышно нам. Слышно, слышно. Сначала я расскажу немножко о предметы наши. Вот конструкция транспортных средств состоит из трех разделов. Это конструкция транспортных средств. Второй – теория эксплуатационных свойств. Третий раздел – рабочий процесс автомобиля и его агрегатов. Конструкция транспортных средств мы изучаем сначала назначение агрегатов и автомобиля, конструкция, принцип работы узлов и агрегатов и типы, какие бывают автомобили и его агрегатов. Следующий раздел – эксплуатационные свойства автомобиля. В этом разделе изучаем тягово-скоростные характеристики автомобиля, тормозные свойства, управляемость, маневренность, проходимость, устойчивость, плавность хода и топливная экономичность. Вот следующий раздел в вашем экране – рабочий процесс и расчет автомобиля. Это третий раздел. В третьем разделе изучаем требования к автомобилям и агрегатам, механизмам выполнения этих требований, обеспечения этих требований, расчет автомобилей, агрегатов и механизмов. Вот это три раздела рассчитаны на два семестра.
Два семестра. В этом семестре мы будем провести 48 часов лекций, 48 часов лабораторных занятий. Вы расписание увидели, наверное, это значит недели 3 часа. Недели 3 часа, то есть одна пара будет мигающая, другая постоянная. Лабораторная работа тоже самая. Вот здесь мы дали, значит, основные литературы для использования. Вы, наверное, уже, я видел, платформу зашли и ознакомились с этим предметом. У вас навыки есть работать с платформой. Вы знаете, как изучать темы, как посмотреть презентации и как выполнять лабораторные работы. У нас в платформе расположены все темы. Вы оттуда возьмете, прочитаете лекции, презентации посмотрите. Потом после каждой темы там расположены тесты. По 5 тестов каждой темы вы решаете. И переходите на следующую тему. Информация о предмете и по организационной части. Вам понятно, да, все? Переходим к изучению темы, первой темы. Вопросов нет пока? Нет. Значит, предмет, название предмета, мы уже говорили, конструкция транспортных средств. Транспортные средства, автомобиль тоже является транспортным средством. Поэтому здесь конструкция транспортных средств назвали. Вот первый семестр у вас... Сейчас у вас пятый семестр начинается, да? Пятый семестр, вам дано 16 недель. Мы здесь проводим лекции 48 часов. Сейчас пятибалльной системой мы оцениваем вас, значит, будет первый текущий контроль, потом промежуточный контроль. И кто хочет... Оценки повыше, самостоятельную работу должны выполнять. Потом будет второй текущий, второй промежуточный, потом итоговый контроль будет в конце. Извините, можно вопрос? Да. Самостоятельную работу это обязательно, да, сдавать? Или... Кто хочет оценку повыше получить? А, повыше, да? Да. Кто хочет пятерку получить, самостоятельную работу платформу, через платформу дадите? Через модуль, да? Да, через модуль. Дальше продолжим. Значит, первая тема у нас общее устройство автомобиля. План типа автомобиля по назначению, классификация автомобиля, основные части автомобиля и их назначение. Сперва об автомобиле. Слово «автомобиль» что означает? На вашем экране вы видите «автомобиль». Слово «автомобиль». По-гречески из слов «автос» – «сам», по-латински «мобилис» – «движущийся». Получается, автомобиль переводится «самодвижущийся». От слова авто и мобилис. Теперь автомобили. Какие типы автомобилей бывают? По назначению автомобили подразделяются на следующие типы. Первый – транспортные автомобили. Второй – специальные автомобили. Третий – гоночные автомобили. В свою очередь, транспортные автомобили подразделяются на следующие типы. Пассажирские, грузовые и грузопассажирские.
Пассажирские транспортные автомобили предназначены для перевозки грузов или пассажиров. Сейчас такие типы автомобилей тоже имеются, грузопассажирские. Они имеют и кабины для пассажиров, и кузов для перевозки грузов. Другой тип – специальные автомобили. Автомобили, оборудованные устройствами и механизмами для выполнения определенных работ, называются специальными автомобилями. К ним относятся автокраны, санитарные автомобили, пожарные, улицеподметатели, поливатели. Относятся к специальным автомобилям. И другой тип – гоночные автомобили, предназначены для спортивных гонок. Теперь пассажирские автомобили тоже делятся на легковые автомобили и автобусы. У вас, наверное, у всех имеется водительские удостоверения, и вы когда учились в автошколе, вы тоже изучали автомобили. Оттуда вы знаете, кто учится на категории Б, имеет право управлять только легковыми автомобилями. Для автобуса категория D нужна. Вот это как разделяется? Легковой автомобиль считается, если сидячий мест, кроме места сидения водителя 8, меньше 8 считается легковым автомобилем, а больше 8 автобусами. По способу проезжать на различных дорогах бывают обычные автомобили и проходимые. Проходимые – это автомобили повышенной проходимости. Обычные автомобили – это приспособленные к автомобильным поездкам, передвигающиеся на твердых покрытиях с ведущими колесами на одной оси. А автомобили, способные передвигаться на плохих и неприспособленных дорогах с двумя и более ведущими осями, называются проходимыми или автомобили с высокой проходимостью. Теперь, как классифицируются автомобили? Вот в разных странах по-разному. Например, в Европе легковые автомобили классифицируются по габаритным размерам. Вот класс А, Б, С, Д, Е, Ф, минивэн, значит, по длине. Вот цифры я не буду прочитать вам. Длина, база, ширина, высота. Вот по этим размерам, габаритным размерам, здесь сантиметров дано, они классифицируются. Вот здесь по правилам ЕКОН тоже классификация дается вам. Вот здесь обратите внимание, тип L, это относится в основном мотоциклам, мотороллерам. L, вот, значит, двух- или трехколесный, полной массы не нормируется. Рабочий объем двигателя здесь 50 кубических сантиметров и более. А другие автомобили наши пассажирские обозначаются М1, М2, М3. Здесь сюда входят легковые автомобили и автобусы. Что, вопрос есть?
Вопросы есть, да, ребята? Кто руку поднял? М1, М2, М3, значит, не меньше 4 колес и предназначен для перевозки 8 пассажиров. Это М1. М2, как наверху, места для пассажиров более 8. Значит, как наверху, получается, не меньше 4 колес и предназначен для перевозки более 8 пассажиров. М3. Значит, здесь тоже как наверху и более 8. Это М2, М3 автобусы. Здесь полная масса до 5 тонн. Здесь тоже до 5 тонн. Вот здесь первый М1. Примечание написано: легковые автомобили, автобусы и большие вот автобусы, в том числе сочлененные. Это большие автобусы. Буквой N обозначаются в основном грузовые автомобили N1, N2, N3. Это по грузоподъемности. Здесь тоже транспортные средства не меньше 4 колес. И они предназначены для перевозки грузов. Полная масса здесь до 3,5 тонн. 3,5 тонн до 12 тонн и более 12 тонн. Здесь, значит, грузовые автомобили и специальные автомобили. Более 3,5 тонн и дальше грузовые специальные автомобили тягачи. Специальные автомобили и тягачи автопоезда могут быть. Это первая категория N. До 3,5 тонн могут управлять водители, имеющие категорию Б. Это вы знаете. Буква О обозначен вот транспортные средства без двигателя. То есть это прицепы. Прицепы и полуприцепы. Прицепы и полуприцепы делятся по грузоподъемности. Здесь тоже до 0,75. От 0,75 до 3,5, 3,5 до 10 тонн и более 10 тонн. Вот здесь примечание написано прицепы и полуприцепы. Вот здесь классификация автомобилей ЖМ Узбекистан в разных странах. В Европе вот так обозначаются они, в Северной Америке так обозначается, в Китае вот так обозначается. Здесь написано. В России выпускаем классификацию автомобилей, выпускаем в России. Как обозначается? Здесь легковые автомобили обозначаются по литражу. Литраж – это рабочий объем двигателя в литрах. Это мы чуть позже изучим, что такое литраж. Здесь первый тип – микролитражные автомобили. Это литраж до 1,2 литра, малолитражные 1,2 до 1,8, средним литражем, средний 1,8-3,5 литра, с большим литражем более 3,5 литра. Обозначение, пример, вот видите здесь, например, ВАЗ 21-15. Вот первые две цифры обозначают класс автомобиля, то есть по литражу. Малолитражный ВАЗ, автомобили ВАЗ, значит, 21 написано, они малолитражные. ГАЗ-31, это средний литражом. Вот первая буква 2 означает второй класс, и вот это один легковой. Здесь третий класс и легковой. А дальше модификация. Здесь он 15 и 10, вот здесь модификация автомобиля. Автобусы как классифицируются? Автобусы по длине классифицируются по длине. Здесь длина до 5 метров очень малый автобус. Малый автобус с 5 метров до 7,5 метра. Средний класс от 8 до 9,5. Большой класс 10,5 до 12.
очень большой, более 16,5 метров, это очень большой класс автобуса. Обозначение, к примеру, 22 – это малый класс, 32. Очень малый – 22, малый класс – 32, средний – 42 и так далее. Вот, к примеру, «Газель», у него длина до 5 метров и обозначается «Газель 22-17». Грузовые автомобили как классифицируются в России? Здесь по полной массе они классифицируются. Первый класс до 1,2 тонны. Следующий 1,2 и 2 тонны. 2 и от 2 до 8 тонн. От 8 до 14 тонн. От 14 до 20 тонн. 20, от 20 до 40 и более 40 тонн. Здесь на 7 классов. Делится на 7 классов по полной массе автомобиля. Кроме того, автомобили бывают с бортовой платформой, или седельный тягач, самосвал, цистерны, фургоны специальные. Обозначение в зависимости от специализированного подвижного состава, обозначение другое бывает. Вот цифра 1 остается у всех, получается это класс, первый класс, к первому классу относится. Второй тип автомобиля с бортовой платформой 13, седельный тягач 14, самосвал 15, цистерны 16, фургон 17, специальный 19. Ну, цистерны, самосвал обычно до 1,2 тонн не бывает, поэтому, к примеру, вот от 8 до 14 тонн КАМАЗ, бортовая платформа 43-10 написано, вот. КАМАЗ, вот самосвал, например, самосвал 5,5. Первый 5,5 обозначается класс автомобиля, 5 модификация, значит 11 это модификация. КАМАЗ 55-11 это самосвал. Тут если большегрузный КАМАЗ, обозначается бортовая платформа 53-20, здесь должно быть 53-20. Это классификация автомобилей. Вопросы есть до этого места? Нет, нет. Продолжим дальше. Мы начнем, значит, изучение общего устройства автомобиля. Автомобиль, при изучении все автомобили, и грузовые, и легковые, и все автомобили, при изучении делится на три части. Это кузов, двигатель, шасси. Кузов, двигатель, шасси. Здесь на узбекском получился слайд у нас. Здесь обозначено вот куча датмаста. Силовая передача – это трансмиссия, ходовая часть, ходовая часть и органы управления. По рисункам, значит, трансмиссия вот обозначена отдельно, показана на рисунке. Это ходовая часть и органы управления. К органам управления относятся рулевое управление и тормозное управление. Здесь двигатель предназначен для чего? Двигатель предназначен для преобразования тепловую энергию в механическую. А кузов предназначен для размещения грузов и пассажиров. И третья часть – шасси. Шасси, в свою очередь, делится на три части. Вот здесь мы изучили кузов, двигатель, шасси. Значит, кузов
двигатель и шасси. Кузов, еще раз повторяю, предназначен для размещения грузов и пассажиров. Двигатель внутреннего сгорания для преобразования тепловую энергию в механическую. Шасси для размещения основных частей автомобиля. Слышно, да, ребята? Да, слышно. Слышите, да? Да, да, слышим, слышим. Угу. Вот здесь схема общего устройства автомобиля нарисована, схематично. Здесь, если обратите внимание, вот по цифрам тоже пройдем один раз. Вот двигатель первый, вот здесь двигатель обозначен. Второй, передняя ось, вот, передняя ось. Третий, передняя подвеска, вот. Четвертый, передний тормозной механизм, вот это желтый. Пятый, переднее колесо. Шестой, сцепление. Седьмой, коробка передач. Восьмая, карданная передача. Девятая, главная передача. Десятый – дифференциал, одиннадцатый – задняя ось, двенадцатый – задний мост, тринадцатый – задний тормозной механизм, четырнадцатый – заднее колесо, вот оно, пятый – рулевое, пятнадцатый – рулевое колесо, шестнадцатый – рулевой механизм, семнадцатый – продольная тяга, 18 рулевая трапеция. Вот трапеция, вид трапеции вот такой. И 19 рама здесь обозначена. Мы в последующем все эти механизмы, узлы отдельно будем проходить в следующих темах. Здесь расположение только сейчас вы узнаете, мы изучим. Дальше продолжим. Вот теперь три части автомобиля на примере легкового автомобиля. Здесь кузов вот отдельно, если взять, вот кузов легкового автомобиля, цельнометаллический, здесь для расположения пассажиров. И вот шасси. Шасси, вот все остальное, кроме двигателя, относится к шасси. Заканчивается время. Значит, продолжим. Вот третья часть шасси, двигатель отдельно. Вот шасси легкового автомобиля. К шасси что относится? Вы сверху посмотрели. Шасси состоит из трансмиссии. Вот трансмиссия легкового автомобиля. Если заднеприводный автомобиль, здесь сцепление вот здесь располагается после двигателя, потом коробка передач, карданная передача, здесь главная передача внутри заднего моста и дифференциал, здесь две полуоси расположены. Потом ходовой час. Ходовой части относятся вот эти амортизаторы, пружины и тяги разные. Передний ус относится к шасси, то есть ходовой части. И третий час шасси автомобиля – это органы управления. Органы управления – рулевое управление и тормозное управление, которые служат для изменения направления движения или остановки или замедления автомобиля. Вот здесь шасси грузового автомобиля с колесной формулой 6 и 4.
Что относится к шасси? Мы только что говорили. Здесь тоже трансмиссия, ходовая часть и органы управления здесь. Формула 4 и 6. 6 на 4. Что означает? Это значит, имеется 6 колес, из них 4 ведущие. Вот эти задние двойные колеса считаются как одно. Поэтому здесь 4 впереди 2, 6 колес, из них 4 ведущие. Бывает 6 на 6, бывает 4 на 4. Это называется колесная формула. Вот 4 на 2. То есть здесь 2 ведущие колеса. Вот 2, 4 из них 2 ведущие. Вот это считается 2. Спаренное колесо считается одной. Теперь из шасси трансмиссия. Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, изменяя его значение к трансмиссии. Входят следующие агрегаты. Трансмиссия входит, я еще раз повторю, сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал и полуоси. Вот это механизмы, которые входят в сцепление. Ходовая часть. Назначение. Ходовая часть обеспечивает поступательное движение автомобиля. И ходовая часть состоит из следующих частей. Подвеска, колеса, передние и задние мосты и рама. Вот это составные части ходовой части. Органы управления служат для управления автомобилем. Это рулевое управление и тормозное управление. Вот по первой теме мы все просмотрели презентацию. У кого есть вопросы? Вопросов нет, Томле. Нет, да? Все слышали, да? Все слышали. Да. Значит, вы еще раз я повторю организационный вопрос. У нас в неделе один раз полный лекция, вторая мигающая. Поэтому завтра тоже будет у нас лекция. Вы расписание знаете, да? Нет. Да, да. Да, вы не получили? Холдашака же вам отдал? Отправили, да. Отправили? Да, да. Ну, посмотрите. Завтра тоже мы приглашение к вам отправим. Сейчас, вы видите, мы через Zoom мы организовали сами. Это на 40 минут было. Сейчас 40 минут истекает, но нам сейчас еще 40 добавили. Мы можем сейчас продолжить разговаривать. А завтра 2 часа 14.00 будет еще раз лекция, продолжение лекции. По первой теме нету вопросов, да? Нет. Вопросов нет. Нет. Тогда продолжим. Тоға, қалай тоға? Кетіп қалды. Здорово, народ. Что там? Лекция закончилась, нет? Нет, нет, не закончилось. Сейчас продолжим. Ого, голай, того. О, понял.
Антон Абрагесев. Вот ты, Муратов. Андай. Сайт дефолья, сайт для вас, да? Сидели у себя. Группа я успокоил. Сайт для ворга. 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 Сайт Магап, Тимур. Виттелев, Гапри, Лев, Виттелев. Антон Антайга, Кирилл Утром. Антон, я он идет. Тимур, партан астынан кирип кеткенсиң өзү. Хас күн ысык. Кутта канаклар келди. Күндө атынан тайып отурабыз. Контракт төлөдүм. А, төлөдүм. Муну шош коймайды вообще. Декабрга чейин чөзөйлү. Без степенди. Ал төлөнгөнбү? Yo. Ahmet çoş koptu da az yine. Ahmet hatan çoş. Ahmet. Koyun çizel kamerayı zor akıl ya da kork git ol. Kork ne yapsam ya? Sağ ol, sağ ol da. Ya böyle ders başlandı. Ders Сер, кульмастан отыр, серьезный отыр, серьезный. На хайла жиле одеем. Учер кожим кере камерарымды. Дарс байтты телефонна пайдаланыш функу масу, учерлари телефони. Колда жигирип калмасы да текшерген. Нурбол серьезный, Нурбол серьезный он, сабак болот. Нурбол форма, кан форма. Галстука учурып коюп калган. Фарух мутал боле отурар экен, иште микрофон өчүрүп алы, айын жок болду. Жок болду. Бүгүн форма бүттө исламда бар экен. Ислам, ислам вечно инстикриен намер форма ичилмейди. Ислам расын окуп койганбы? Форма. Дарс тиганы. Дима, галайсы. Так, ребята, слышно, да? Да, слышно. Правда? Да, слышно. Да, слышно. Вторая тема – общее устройство двигателя. Мы, значит, с вами общее устройство автомобиля изучили. Общее устройство двигателя. План – общее устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания и его параметры. Работа четырех двухтактного двигателя – принцип работы двигателей разного типа. Двигатель, я уже говорил, является источником энергии для автомобиля, который преобразует тепловую энергию в механическую. В автомобилях применяются двигатели внутреннего сгорания. Вот вид двигателя вам показан. Вот общее устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания и его параметры здесь посмотрим. Здесь, как видите, вот это маховик 16-й, коленчатый вал,
количеством валу отдельно показаны вот эти шейки, коренные шейки, 17 коренная шейка, 14 шатунная шейка, 15 это шика. Вот шатун, 13, 12 поршневой палец, вот поршень в разрезе показан. Здесь свеча зажигания 9, 8, 10 клапана, 8 и выпускной клапан. 7 головка блока цилиндров, 5 блок цилиндров, 4 картер, 1 здесь значит поддон картера. Здесь еще показана верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка поршня. Что такое верхняя мертвая точка? ВМТ обозначает самое верхнее положение поршня внутри цилиндра. Вот на схеме показано. Когда поршень находится в верхней, самое верхнее положение в цилиндре, это называется верхняя мертвая точка. Когда поршень находится в самой нижней положении поршня внутри цилиндра, это называется нижняя мертвая точка. Нижняя и верхняя мертвые точки показаны. Следующий термин здесь ход поршня. Что такое ход поршня? Расстояние, пройденное поршнем при его перемещении от одной мертвой точки до другой, называется ходом поршня. Ходом поршня. Вот S. То есть от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки вот этот ход называется ходом поршня. Кривошип. Радиус кривошипа. Что такое? Расстояние между осями шеек коленчатого вала. Вот радиус кривошипа. Вот R обозначено. Вот это шека. Вот шатунная шейка и коренная шейка. Вокруг коренной шейки шатунная шейка вращается. Вот это радиус называется радиусом кривошипа. Вот это колено называется кривошипом. И от этого название кривошипно-шатунного механизма. Следующий термин – объем камеры сгорания. Обозначается ВС. Объем пространства над поршнем при его положении на верхней мертвой точке. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, над поршнем образуется маленький объем, и этот объем называется объем камеры сгорания. Следующий термин – рабочий объем цилиндра. Обозначается VH. Объем пространства, освобождаемого при перемещении поршня от верхней мертвой точки на нижнюю мертвую точку, называется рабочим объемом цилиндра. Вот высшая мертвая точка, вот нижняя мертвая точка. Вот это объем рабочего цилиндра. Когда мы прошли классификацию легковых автомобилей по объему цилиндра. Они на классе разделили. Вот объем цилиндра, обозначенный в литрах, там при классификации мы использовали. Теперь полный объем цилиндра. Это полный объем пространства над поршнем при его положении на нижней мертвой точке. Вот когда поршень находится в нижней мертвой точке, вот это полный объем. Чем отличается вот от рабочего объема полный объем? Полный объем входит вот этот объем камеры сгорания тоже. Объем камеры сгорания вместе с рабочим объемом, вместе они называются полным объемом цилиндра. Литраж двигателя. Литраж двигателя, я уже говорил, значит, сумма рабочих объемов всех цилиндров, выраженная в литрах. Вот литраж двигателя автомобиля легковой, 1,2 был первый класс. Это значит, если в автомобиле 4 цилиндра,
4 объемов рабочих, 4 рабочих объема цилиндров, 4 цилиндров. Рабочих объемов 4 цилиндров называется литражом. Литраж вот по, определяется по этой формуле. Количество цилиндров и VH – это рабочий объем. Рабочий объем умножаем на количество цилиндров и получаем литраж. Или по размеру. Если нам известен диаметр и ход поршня, мы уже посмотрели ход поршня, что такое знаем, диаметр цилиндра знаем. Если поставить формулу, можно по формуле определить рабочий объем цилиндра. Здесь формулы диаметр цилиндра большой, буква D, ход поршня S. Вот здесь вот 4 цилиндра. Вместе взятые вот эти рабочие объемы, литражом вот здесь показано. Теперь термин степень сжатия двигателя у нас имеется. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия и обозначается эпсилоном. Вот полный объем VA мы обозначили, камера сгорания VS, это VS, когда поршень находится в верхней мертвой точке, над поршнем образуется камера сгорания. Отношение полного объема камеры сгорания называется степень сжатия. Полный объем цилиндра вот, состоит из рабочего объема и камеры сгорания. Теперь другой термин, следующий. Есть термин такт. Что такое такт? Процесс, выполняемый при перемещении поршня от одной мертвой точки до другой, называется тактом. Такт происходит, значит, поршень, когда с верхней мертвой точки до нижней мертвой точки, если перемещается, может выполняться такт. Это при такте всасывания, первый такт, или в такте рабочий такт. Или от нижней мертвой точки перемещается вверх. Вещи мертвые. Это в процессе выпуска или в такте сжатия. А что такое рабочий цикл двигателя? Рабочий цикл – это совокупность процессов, которые периодически повторяются в определенной последовательности внутри цилиндра. Это процессы такты. То есть такты, которые периодически повторяются в определенной последовательности внутри цилиндра, это рабочий цикл двигателя. То есть, чтобы рабочий цикл совершался, сначала первый такт должен быть впуск рабочей смеси, горючей смеси, второй сжатие, третий воспламенение или рабочий такт, и четвертый выпуск. Следующий термин – порядок работы двигателя. Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах двигателя называется порядком работы двигателя. Например, в четырехтактных двигателях 1, 3, 4, 2. То есть, если рабочий такт, в котором искра подается в цилиндры, сначала в первом цилиндре происходит, потом в третьем цилиндре, потом в четвертом, потом в втором. Чтобы обеспечение равномерной работы двигателя. Если рабочий цикл двигателя выполняется за два хода поршня, за один оборот коленчатого вала, такой двигатель называется двухтактным. Если рабочий цикл двигателя выполняется за четыре хода поршня, за два оборота коленчатого вала, такой двигатель называется четырехтактным. Значит, двигатели бывают двухтактные и четырехтактные. Вот какие такты последовательно выполняются. Я уже говорил, повторю. В бензиновых двигателях вот впуск происходит за пол оборота коленчатого вала. Впуск. Поршень движется от верхней точки, верхней мертвой точки вниз.
При этом клапан, выпускной клапан открыт. Когда поршень перемещается от верхней мертвой точки вниз, здесь происходит разрежение, вакуум, и поступает горючая смесь от карбюратора к цилиндру. Второй такт сжатия. Поршень перемещается от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки, при этом оба клапана закрыты, и происходит сжатие рабочей смеси. В конце такта сжатия, вот между электродами свечи зажигания, подается искра, и здесь происходит воспламенение вот этой смеси, горючей смеси. И давление газов перемещает поршень вниз. Это рабочий ход. Потом следующий такт. Поршень движется от нижней мертвой точки к верхней. И здесь вытесняет остаточные газы через выпускной клапан. При такте выпуска выпускной клапан открыт. Вот это один рабочий цикл двигателя. Здесь порядок работы четырехтактного двигателя показан. 1, 3, 4, 2. Значит, в первом цилиндре рабочий ход, выпуск, сжатие, выпуск. Потом в третьем такте рабочий ход будет. Вот вы видите сжатие. После сжатия что будет? После сжатия рабочий ход будет. В третьем цилиндре, потом четвертый. Четвертый здесь выпуск. После выпуска будет здесь сжатие. После сжатия третьим будет, значит, рабочий ход. Здесь порядок работы восьмицилиндрового двигателя. Двигатели бывают восьмицилиндровые, четырехцилиндровые, трехцилиндровые, они могут быть. Ну вот, при восьмицилиндровых, чтобы уменьшить размер двигателя, они расположены V-образные. Вот здесь схема работы двухтактного поршневого двигателя показана. Здесь процесс... Цикл происходит за два такта. Здесь не имеется клапана, видите, здесь впускной клапан, вместо впускной окно здесь имеется, здесь второй выпуск, окно для выпуска. Здесь горючий заряд входит через первое окно, подается через картер двигателя. Вот здесь тоже вот канал есть, через вот этот канал поступает воздух камеры сгорания. Вот ведь как откуда поступает. Значит, свежий заряд поступает от первого окна, перемещение поршня вниз. Значит, открывается вот это окно. И от картера, через картер здесь проходит воздух сюда, горючая смесь, и вытесняет немножко воздух. Когда поршень обратно сжимает, это оба окна закрываются, и сжатие происходит, потом через свеча подается искра. Поэтому называется двухтактным. Кроме этого, газотурбинные двигатели и роторные поршневые двигатели тоже используются в некоторых транспортных средствах. Вот это наша вторая тема – общее устройство двигателя. Вопросы есть? Нет. Нет вопросов. Если вопросы есть, пожалуйста. Сейчас сколько человек вошло? Посчитали? Здравствуйте. Извините, можно вопрос? Да. Кто это вопрос? Вот степень Аскаров Султан. Султан, пожалуйста. Степень сжатия, вот получается, это мы рабочий объем делим на... Камеру сгорания, да? Да. Вот на экране. Рабочий объем. Рабочий объем? Нет, не рабочий, полный объем.
Да, полный вот объем на камеру сгорания. Да, да, да. Это показывает... И это... получается, если делать расточку блока цилиндров, у нас степень сжатия уменьшается, да? Степень сжатия увеличивается. Объем же увеличивается, полный объем же увеличивается у тебя. Так? Да, объем... Но камера, объем камеры сгорания увеличивается или нет? Объем камеры сгорания не увеличится. Это объем камеры сгорания у многих автомобилей располагается в головке блока цилиндров сверху. Да, да. Правильно? Угу. Поэтому расточка увеличивается степень сжатия. Степень сжатия увеличивается, это хорошо или плохо? Ну, если степень сжатия увеличивается, значит, можно заливать, например, не 80-й, а 91-й бензин. Нет, или 95-й. Бензин, да? Бензин, да. Бензин, ты говоришь. Это хорошо или плохо? Степень сжатия. Ну, хорошо вроде. Да, правильно. Вроде увеличивается КПД двигателя. Больше заряда заходит в двигатель, и больше заряда заходит, и мощность увеличивается. Так? Еще вопрос есть? Пока нет. Значит, сейчас сколько человек зашло, я не знаю. Участники. У нас 14. Нет, там 14. Было 3, разделили на 2, было 1,5. Стало 4, разделили на 2. С вами 13 сейчас. Да. Да. Еще вопросы? Нет, вопросов нет, дома. Сейчас, тогда продолжим. А, Нурбол. Антенна вожа ворога мзима. Антенна даги. Тима, не вот им, Тима. Антенна сличко. Я видел, поспали. Тима, не вот им, Тима. Истат сам, ба. Жирмен, жирмен, не вот им. Скичи. Кучи дами. Кучи дами, сняхтана ковыра, ба. Мастава. Блин, кучили что, мастава. А за все меньше шагарпас, а это что? Сюля, сюля, мать тепле. Бальца гид по другому. Я. Наш. А так мы драмы. Я. Что там, Фарух, лежишь, что ли? Да, ты реально лежишь. Там камера, дашь, султан? Турин сам кетті, да? Ай, вы, ондай ямбаладым.
Не, форма дай мне меспен. Бізден форма дай мне меспен. Султан Рабинзон, да? Подауға бармайын. Султан, я... Фаламизан сақал өткетті. Имо дай мне чекенезу. Меллик. Там, вот как жизнь. О! Не дурбо. Фарух? Фарух? О, Ахмед, я был. Фарух, не все сам. Ахмед, из Турмана гапру. О, Керембаев. О, Башкуров. Спасибо. Оо, Камрон. Камрон келді. Слав. Оо, келді. Яқсыңыз ба? Соғы ба деймес, әтәрі. Әрі соғы болыпты. Qarı yağdım ne İslam? Oh, oh. Qar ne yağdım? Antarktida o adam. Ayda o korun erken sen. Sen de Ahmet'le Muzeyrem sen değil mi? Kamera açıp korunma yaptı bak. Sabzi oyna attı. Kamera İşte nerede ya bu? Oğlum. Lan 34. Aa. Sen bir an da ödük ruhsat sorak tutup kayıt. Bakın bir sağ olun. Korkma sağlıkla tanıyamıyorum ben. Ben seni iki geçe böyle ödemeyim de. Slav. Ha. Контур сарда порим динда. Давай. Буна ми лаж бам. Лаж йоде. Саста форум. Сол семир кетсам. Эй, раса семир 100 кило болуп кеттим. Бо, Ислам менен ни кафедра нама болду? Токист вообще, а то уже ты карап топ. Менме? Военный кафедра нама болды?
Білмеймін, ойынның кафедрадан ұмман кеп болмады. Сен кіремін деп үйрердің? Яғы ек, нымақылығын болмады. Тады ойынның кафедра. Не дейді? Армияға боргелі болды менді? Бір ойлик. Тарсты көрсек, бе өзі? Ө, қалып түген, бе өкті қыдыр бе өпті өнім әйкен. Кейінгі дәрсті қыдыр. Бұр... Аны, егетті... Бұр өлейді түгейді. Ребята, слышны, да? Да, да, слышны. Да, слышны. Кто меня слышит? Я. Я переключку сделал, сейчас отметил себе. Я читаю, прочитаю сейчас. Амантаев Нурбол, Аскар Султан, Каримбаев Исламбек, Кутлимурадов Тимур, Мельник Игорь, Алимов Шерзатбек, Учхоров Акбар, Асимов Камранбек, Рахсанбаев Азбек, Хабирбаев Хаджи Ахмад, Хан Олег, Хаджиматов Садулла. Всех я назвал. Да, да, да. Девушку не назвали. Кого? Абдумуталова, Дилдора. Нет уже ее. Я не сейчас вышла она. Нет, я отметил, кто сейчас вошел в нашу конференцию. Нет, она тоже вошла в конференцию. А где она пусть говорит? Сейчас вышла она. Вышла? Да, она была в этом. И Фурдавс тоже был в Панджи. Фурдавс был? Да, Панджи и Фурдавс. Фурдавс и Дильдор. Панджиев, есть? Да, да, здесь. Пусть ответит он, Панджиев. Нет, Панджиев, да? Еще да, он вышел. Да. Сейчас, только вышли. Сразу не надо шкет, что сразу лес. А что это, Панджиев? Панджиев, ну хорошо. Отметил. И... Я отметил Тундору. Да. Эй, сам, а форум не окоти? Так, ребята. Какой-то там ухватил, да? Асад келді, переключи. Асад келді. Так, ребята, если вопросов нету, на сегодня урок закончен. Завтра 14:00 встречаемся. Нет вопросов? Это вопрос был. Да. Спасибо. Ертегечен хайр. Саламат болели. До свидания. Саламат. Доктор Шер. Давай, болели.